Всем огромный привет! И этим видео я спешу вступить в СП «Цветочные фантазии», которые организовали две девочки, Елена Щербаненко и Антонина Хворост. Спасибо, девчонки, вам огромное за то, что вы взялись за эту идею, так как это как нельзя лучше подходит к моим вышивальным планам. С наступлением весны, или лучше сказать, с тем чувством, которое появляется, когда зима начинает заканчиваться, и с тем чувством, когда появляется при когда уже весна чувствуется, когда ее приход уже не за горами, всегда хочется отшивать что-то светлое, весеннее, яркое, цветочная. И этот СП «Цветочные фантазии» поможет мне отшить вот эту работу, которую я и так планировала отшить. А так как вышивать вместе с другими гораздо веселее, отлично для меня. Я люблю вышивать с другими девчонками, это интересно. Интересно посмотреть и на их работы, показать свою работу. И я решила, что как раз для этого проекта подойдет набор от фирмы Панна, который называется «Утренняя акварель». Артикул этого набора Ц-824. Размер готовой работы 22 на 26 сантиметров. И здесь используется 19 цветов. Дизайнер этого сюжета Наталья Младецкая. Я сейчас покажу свою небольшую подготовочку и даже уже те первые крестики, которые начала, так как не смогла удержаться. А когда я не смогла удержаться, то я даже не смогла остановиться. Вчера сидела, вышивала до 3 часов утра, поэтому сегодня совершенно никакая. Но при этом нужно снимать подготовку, и я это делаю. Тем более есть что снять. Покажу сразу же ниточки, которые сюда идут в этой работе. Если вы видите на палеточке 19 цветов ниток, а здесь есть вышивка крестом и вышивка бэком. Так вот, два последних номера, это черный и такой зеленый, травяной, он идет только на бэк. Все остальные ниточки участвуют в крестиках. Полукреста и еще каких-то нюансов, таких сложностей в этой вышивке нет. Но результат должен получиться красивым и так. Я не стала перевешивать эти ниточки на органайзер Дубко. Но я все равно им пользуюсь для того, чтобы парковать иголки. И иногда вешаю и ниточки тоже. Ну вот, так как это у меня кухонно-вечерний проект, я в основном вышиваю его уже, когда ухожу вечером на кухню, у меня ложатся спать, а я там в одиночестве вышиваю и смотрю телевизор, потому что больше ничего делать на кухне нет никакой возможности. Ну, в тот вечерний, ночной момент. Значит, у меня к этому проекту есть свои требования. Покажу схему и заодно сразу же объясню, что к чему. Если вы посмотрите на схему, то сразу будет понятно, что сама вышивка не тяжелая. Большие участочки есть вышивки одним цветом, что меня радует, потому что я думаю, что даже при такой вышивке получается тоже отличный результат. Ничего страшного в этом не нахожу. Это просто набор, но идея у меня заключается в том, чтобы эту вышивку превратить в итоге в часы, которые я и повешу на кухню. Поэтому прежде чем вышивать, я посмотрела, проанализировала схему. Если вы видите черную полосу внизу, это я уже отмела те крестики, которые вышивать не буду. И, соответственно, не буду вышивать вот эту надпись «Мои прекрасные цветочки» или что-то в этом роде. так как мне она совершенно не нужна. Кстати, она мне меньше всего нравилась в этом дизайне. И поэтому так удачно получилось, что мне она как раз не понадобится. Таким образом, я превратила эту схему в квадратную. И у меня получается, что я буду отшивать 110 крестиков по вертикали и 110 по горизонтали. Чтобы в итоге у меня получились, прошу прощения, часы. Я думаю, что они потом будут висеть на кухне и таким образом поддерживать мой дизайн там. Когда я разметила, я не стала менять ни канву. Я взяла канву, которая была в наборе. Она достаточно жесткая. Это канва фирмы Гамма. Вначале я стала вышивать на куснапах. Вот видно даже. Вчера перенатягивала. Ну, вышивала один вечер на куснапах. Потом решила, что куснапы приходится очень часто переставлять. А взяла пяльцы побольше. На пяльцах сейчас вышиваю. Ну, от куснапов остался след, так как канва достаточно жесткая. У фирмы Панна очень жесткая канва, и даже после стирки она все равно свою жесткость не теряет. Так вот, нанеся разметку на канву, эти свои 110 крестиков по вертикали, 110 по горизонтали, я поняла, что это, ну, измерив линейкой, я поняла, что это, в принципе, очень хороший размер для часов, потому что у меня получилось 20 на 20 сантиметров. Мне кажется, 20 на 20 сантиметров будет достаточно легко найти раму для таких часов. Стрелочки и механизм у меня есть, даже в нескольких видах, поэтому я нисколько не волнуюсь насчет создание часов потом. Я даже посмотрела, куда приходится на схеме вот здесь вот черный крестик посередочке, солнышко. Я надеюсь, будет видно. Вот этот черный крестик в серединке, это и есть центр моей схемы. И как вы видите, он очень удачно попадает почти на пустое место. То есть там нет каких-то значимых крестиков. А для того, чтобы вставить часовой механизм, я думаю, что придется даже подрезать немножечко канву. Поэтому меня вообще все в данном случае устроило. Устроило как нельзя кстати. Еще про схему. Хочу показать, что она достаточно стандартная для Панны. То есть если здесь цветосимвольная, и по ней я буду вышивать крестики, то схема Бека отдельно. И, как вы видите, его куча. Его много. Он вышивается тремя цветами. Черным, хаки и синим цветом. И я уже посмотрела, все достаточно понятно. И цветовое решение тоже очень понятно. Честно говоря, я уже давно не имела дела с такими понятными, хорошими схемами. Поэтому сейчас я нахожусь просто в эйфории. Мне нравится и дизайн, мне нравится и начало, мне нравится, как легли крестики. Вот этот результат двух моих вечеров, или лучше сказать, ночных бдений. Не знаю, как показать без солнца, ну вот если только так. Конечно, здесь решающую роль будет играть бэк. На картиночке, на титульном листе, работа выглядит очень яркой. Ну, по сравнению с тем, что у меня получается, мне кажется, ниточки чуть светлее, они более блеклые. Но я думаю, что бэк исправит эту картинку. Ничего такого все равно криминального я не нахожу. Так что это все о моей подготовке. Я еще раз благодарю девчонок за такой чудесный проект. Жду с нетерпением и ваших подготовок, а также отшивов. Всем желаю прекрасного вышивального настроения и до новых видео. Пока!